В 2023 году в гонках на выживание приняло участие 22 спортсмена из Москвы и области. Все 10 этапов чемпионата Ленинского городского округа прошли на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки. Сезон прошел отлично, удалось все запланированные 10 этапов провести, погода не подводила, гонки были интересные, так что на 5 с плюсом. По итогам соревнований победителям и призерам были вручены почетные награды. Поздравил спортсменов с отличным завершением сезона временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуард Радушкин. Экстремальный контактный вид спорта, который сопровождают всегда, ну, без громких слов, это мужество, смелость и такое огромное духовное такое желание и настрой такой. И я хотел бы всех сопричастных с этими процессами призеров, победителей поздравить, пожелать как бы дальнейших успехов, но самое главное не потерять тот настрой, который есть, здоровья и всего вам самого доброго. Стоит отметить и высокую посещаемость соревнований. В этом сезоне деревню Горки посетили более 5000 поклонников этого вида спорта, чтобы поддержать своих фаворитов. Мы видели большое количество людей, а самое важное, да, для чего все это происходит, я думаю, не только для вас, да, личные зачеты, а именно для тех, кто вас смотрит, видит, на кого вы работаете. Мы видели лютую езду, жесткую, циничную, крепкую. Причем каждого здесь можно отметить, да, кто на что горазд. И мы, в принципе, действительно с вдохновением всегда смотрели. Второй год подряд победителем чемпионата округа по гонкам на выживание в личном зачете стал Андрей Березкин. Огромное спасибо организаторам. Очень сильно помогает, готовит трассу, технику, поливалки, ребята-судьи. Всем огромное спасибо. Также хотел огромное спасибо сказать своему тренеру, механику Аркадию Богомолову. Очень сложный достаточно был сезон. Много подготовки было по автомобилю, тренировок. Награды в командном зачете получили Анатолий Кириллов, Константин Колобков и Андрей Березкин в составе команды 90-х. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.